Zombie apocalypse. Всем привет, ребят! Вы на канале Big Man, и у нас сегодня продолжаем проходить игру под названием Wolfenstein The New Order. Глава вторая у нас сегодня, называется она «Лечебница». Ребят, сразу скажу, поясню, почему закончился предыдущий стрим так неожиданно, потому что оборвался просто интернет у меня. Вот и лишь и всё. Я сам не ожидал, что так случится, ребят. Но не переживайте, вы ничего не пропустили. Я, как только интернет оборвался, и я перестал, ну, дальше играть, вы ничего не пропустили, я вас уверяю. Мы продолжим ровно с того места, откуда и прервался, где прервался интернет у нас. Ну, чуть-чуть повторим, конечно, там немного, буквально там несколько минут. Вот. А так, в принципе, мы ничего не потеряли с вами. Продолжим сегодня, ребят, проходить. Как я говорю, Вольштейн. И пройдем сегодня вторую главу, ребят. Давайте. Не забываем, ребят, прожимать лайкосики, подписываться на канал и оставляйте комментарии, ребят, к этому видосику. Аня, блин, куда тебя увели? Башка раскалывается, пальцы не имеют. Да. Ситуация не из лучших. Что нам тут взять, вроде бы нечего. Ладно. Смотри, он еще выглядывает, гад. Блин, у нас патроны кончились. Собака. Иди сюда, гаденыш. Смотри, он еще выглядывает, гад. Ты че, бессмертный? Походу, бессмертный. Так, с патронами у нас, конечно, напряженка. О, блин, здесь вообще 16. Ладно. Что-то вообще прям вообще фигово. Знакомое место, говорит. О, господи. О. Анна его купала. Она его купала. Кошмар. Вот это да. Санитарочку убили. Аптечку подберем. Так, где же у этих нацистов-то? Даже патронов-то мало. Опа, дробовик. Ну, с дробовиком, конечно, я бы не пошел. Но это такое себе. Так, сюда нам не пройти. Плохо. Давайте вниз. По-быстренькому. Thank you.
Ты чё, блядь, обалдел, что ли? Совсем офонарил. Или как? А вот и выход, электрический замок. Угу. Так, у нас еще один появился вход наверх. Давайте здесь полутаемся. Опа. Книга. А здесь завален вход. Нет, не можем пройти. Так, подожди, это мы здесь, получается, были. Вот, блин, тут, блин, за это запутаешься. Где ты был, где ты не был. Нам сейчас налево. Налево и по коридору. И по коридору налево. Здесь заперто. Здесь закрыто. А. Нам дальше. Да найдем мы выход. Вот она, эта дверь. Ну давай, выходи. Так. Так, что у нас здесь? Сейф. Здесь ничего не открывается, окей. Лутаться нам нечем, да, здесь? Ничего полезного нету. Хорошо. Так и быть. Ты собака такая. Что ты меня так пугаешь? Здесь всего 16 патронов. Все. Надо же, осталось 4. Ух ты. Лошара. Чё, вылупился? Так, вроде бы верная дорога идем, товарищи. Окей. Нет, нам же вниз, блин, ну всегда путаю. Правильно, что эти шли. Так, подожди, а как же попасть в эту комнату? Не могу понять. Здесь уже были. Хорошо. Может быть, сюда?
открывается с другой стороны. Там кого-то завалило, придавило. Жуть. Блин. Но это аварийный выход, походу. Да. Это аварийный выход. Так, где мы? Нам вот сюда. Все, получил. Ядрить твою налево. Это, походу, по нашу душу пришли. Угу. Только у него... Ничего не взять. Да, с этим дробовиком мы до хера навоюем. Тьф, вообще, ребят, в шоке. Так. Пока не стреляешь толку, да? Без толку, вернее. Хреново. Что без толку. Я вытащу тебя отсюда. Блин. Давайте ее заберем. Поможем ей. Давай, Бласкович. Я знаю, ты можешь. Ну вот, ребят, мы с вами спасли Анну. Опа. Анна стала у руля. Есть. Кранты ему. Молодец. Вали нахрен отсюда. Безбилетник. Вы солдат? Вы можете сражаться? Кто вы? Эстон Вильям, Джейм Бласкович. Рейнджин, Рейджи, армии. Я плохо говорю по-польски. Машину вести можете? Куда? Куда угодно, говорит. Лишь бы только подальше от войны. Вот это мы, короче, к ее родителям, наверное, приехали. Вот собака. Can't partake. I'm with flood oceans. We're
Сейчас 60-й год. 60-й? Да. Ты с нами 14 лет. Ничего себе. Надо связаться с американским командованием. Я найду свой полк. Сообщу, что жив и готов продолжить войну. Все кончилось. Нет больше никаких полков. Нет. Война не кончилась. Они победили. Все кончилось. Нацисты правят миром. Они повсюду, говорит. А как же США? США? Они... Как это сказать? Сдались. Сдались. После бум. Атомной бомбы. Они сдались 12 лет назад. Нацисты сбросили на них атомную бомбу. Найду и будут драться. Нет, нет, нет. Не сопротивление. Нет сопротивления. Всех переловили. Если они живы, значит в плену. Кто знает, где их держать? Держат. Бласкович всех найдет. Он всех отпустит. Он же герой. Himself. Do you know how much misfortune you are in if you do not release me? There is no point in keeping me here. I will be very lenient to you and the nurse and her family if you let me go immediately. You have my word on this. Ну что с ним делать? Что случилось с маньяком из Малаваси? Бог его знает. Ну что с ним делать? Треснуть бы ему по морде? Так нечем. А, есть чем, вот. Нужна защита от брызг. Ага, я понял. Нужно что-то одеть. Нужна защита от брызг. Очки. Вот. Да, да, да. Сейчас я тебе сделаю. Блин, нужна защита от брызг. Письмо. Сейчас мы его покромсуем. Я понимаю. Сука. Я задам тебе один вопрос, а ты даешь мне на этот вопрос ответ. Если он мне не понравится, я отпилю тебе голову. Вот этой вот штукой, говорит. Значит так. Где вы держите бойцов сопротивления? Не понимаю. О, шум вы? Нет никакого сопротивления.
Пили башку нахер. Не заводится. Гори, говорит, в аду. И ты, твое проклятое сопротивление, говорит. Ну чё? Я скажу. Всё. Что вы хотите? Бойцы сопротивления, где они? Берлин. Тюрьма. Айзенвальд. Но вам туда не пробраться. Действительно. У нас повсюду посты. Вас ищут. И очень скоро найдут. Намочи его. Ну, это было осталось за кадром. Ну вот, ребят. Не такой красавчик, как я. Ну, неплохо. Вы ее берегите. За куртку переживает. Ясно вам? Не то я вас найду, и вам не поздоровится. Ну, разумеется. Добже. Ну, поехали, говорит, в Берлин. Все. Ну не поместилась она в машину. Пришлось ей лечь в багажник. Да? Или ему? Все? Вторую главу мы прошли. Нет, не суйся, говорит, не вставай. Ну вот, ребят, мы прошли вторую главу с вами, лечебницу. В следующий стрим пройдем, будем проходить дальше с вами, ребят. Спасибо всем, кто был со мной. Не забывайте, ребята, оставлять комментарии на этом видосике. Подписывайтесь. И также, естественно, прожимайте лайкосики. Все, ребят, всем спасибо. Всем пока-пока.